особенно вмешиваться. Но бывают рефери, которые не уверены в себе и поэтому вмешиваются чаще, чем требуется. Здесь рефери очень внимателен и очень спокоен. Дади зря тратит порох. Он не пытается раскрыть противника. Видите? Он просто выбрасывает в его сторону комбинацию за комбинацией. Неважно, куда она летит. А летит она 90% случаев в перчатке, в защиту. Чавес же очень избирателен в своих атаках. Последний раунд, я думаю, для такого амбициозного парня, как Чавес, вялая концовка этого боя никак не годится. И он наверняка ждет своего момента. Со стороны Джона Дадди это скорее имитация боя. Потому что все свои резервы он уже истратил в предыдущих раундах. А сейчас он просто так отстреливается из последних сил. Пошла последняя минута этого замечательно во всех отношениях боя, я считаю. Я думаю, Чавес зря выцеливает. Он все-таки надеется, что противник даст ему шанс ударить. Но это смазывает концовку боя. Очень жестко всаживает два удара Чавес. Молодцы, ничего не скажешь. Вот это класс. Вот это действительно бокс. Это здорово, когда бойцы приходят в угол противника и благодарят его за то, что он оказался таким замечательным партнером. Вы помните эти кошмарные побоища, которые устраивали Артура Гатти и Микки Уорд? Это знаменитая трилогия. Так вот, я просто хочу сказать, что при всей жестокости этих боев эти парни так уважали друг друга, что потом стали закадычными друзьями. Да, Дади прекрасно дает себе отчет, кто победитель в этом бою.
Ladies and gentlemen, after 12 rounds, the official scorecard reads as follows. Damas y caballeros, después de 12 vueltas, estas son las cifras oficiales de los jueces. El juez Longos anotó 120 a 108. Judge Longo scores is 120 to 108. Judge Crocker, 116 to 112. El juez Crocker, 116 a 112. Да нет, не может такого быть, конечно. 117 a 111. Judge Letterman scores it 117 to 111. For the winner, 117-111, это, наверное, вернее будет. The WBC middleweight silver champion, para el ganador por decisión unánime. Y ahora, el campeón de plata peso mediano del CMB, la leyenda continúa. Вот здесь это уместно сказать, что легенда продолжается. Речь идет о Чавесе, фамилии Чавеса. Хулио Сезар Чавес, младший, становится серебряным чемпионом по версии WBC. Что это значит, не могу вам объяснить. Я просто хочу сказать, что не важно, какой там пояс на него навесили. Важно то, какой бой он устроил, и важно, насколько хорош был его противник. А противник был хорош, согласитесь. Ну что, друзья, наконец-то мы увидели с вами достойный профессиональный бокс. Надеюсь, вы тоже порадовались этому. Я на этом хочу попрощаться с вами, пожелать вам всего доброго, до новых встреч. Абрасов, привет, это лава.